Оператор, что? Не отставай. Болит спина? Идем. Чего? Коробки таскаешь. Кать, ты успокойся, ты, елки-палки, оно кому-то надо. Ну, болит такое, это для себя. Идем. Сегодня что сделаем? А, короче, друзьяки. Рецепт созрел. Не рецепт созрел, а я уже давно хотел, короче, это, я, наверное, видео так и назову, банкет моего детства. Это самая простая, замечательная, великолепная еда, приготовленная бабушкой, но самая вкусная. Ах ты, долго, короче, томить не буду. Пойдем купим, что-то сами увидите, правильно? А я не поздоровался, друзья, всем привет, с вами Дескрип Иван. Привет, мои хорошие, эх ты, друзьяки, чтоб ни у кого спина не болела. У меня же огород есть, коробки коробками, я же теперь уже копаю, ты шо удовольствие? Копает, метет эту смородину, подрезает. А это я почему раньше такой был? Потому что у меня огорода не было, а сейчас все нормально. Спокойный будешь, умиротворенный, да. Такой, да? Там кто-то пишет, а у Сереги бывает, что он грустный или нет настроения? А я отвечаю, бывает. Но когда я он грустный, же живой я, человек. Я когда грустный или у меня плохое настроение, сразу я песню пою. Но это не про сегодня. А у нее друзья, да кто не мне чита, морские волки все, как на подбор. Зато в груди моей теперь живет мечта. Хоть я мальчишечка, бандит и вор, я крупный банк возьму. Пойдем. Да без напарничка и белым катером к ней подрулю. Ты полюби меня, легкого мальчика, ведь я давным-давно тебя люблю. Короче, погнали, мы на рынке, Одесса, мама нас приветствует хорошей, замечательной погодой. А хотя что, бывает у мамочки плохая погода? Мамочка, спасибо за все. Угу. Мы сегодня быстренько, потому что мы ехаем на стройку, а завтра придут уважаемые. Спит ребенок? Спит. Завтра придут, как обычно, уважаемые. Марат, Джан, эх ты, короче, все родненькие придут и сделаем вкусно. Ладно, я не буду долго томить. Идем посмотрим, почем в Одессе квашеная капуста. Просто я даже не знаю. Именно осень сама благоволит вот, купить и приготовить то, что я хочу. Мы пойдем уже? Короче, картошка в мундирах. А, тихо, вот сейчас будет больно. Жареное масло с чесночком, маканка вот эта вот. Тюлечка или селедочка. Квашеная капуста. Все, наверное. А? Может, что-то еще подвернется. Ну, помидор. Слушай, надо. Скажи, а хотя, может, сегодня же хороший день, и мадам там с творогом и брынза Марату есть. Обязательно. Ух, Марата эта брынза удивила, вы не понимаете. Я там, кажется, в комментариях читал, кто-то написал, попросил контакт этой женщины. Да, было? Да, было? Пойдем поинтересуемся. Что, зайдем сюда? Ты что, погода сегодня шикардос. Да, там еще два денечка потихонечку, сейчас активный переезд, ну его в баню. Шкафы, кровать, рыбок вчера уже перевезли, те, кто в Инстаграме не видел, гляньте. Завтра коты поедут. Первый пошел, да. О, семейство, баров здесь, братья. Мы начнем с творога, что ли? Да мы просто начнем с хорошего настроения и замечательной погоды. О-о-о. Здравствуйте, ребята. Коля, ты что там педикюр себе делаешь, да? Да ты что, что, все нормально? Да. Саня, вы видели, что я сделал с вашей курицей? Конечно. Ты что? По-перуански. По-перуански. Надо было же раскраситься еще как индейец. Эх ты. Да ладно, меня бы люди не узнали. Сказали, верните Липована. Или наоборот, уберите Липована, оставьте Марата. Что, ногти на месте? Слушай. У вас прямо тут какой-то педикюр. Еще раз спасибо за печенку. Это что-то чем-то. Я даже не знаю. Самое тяжелое, знаешь, как это... С детьми поделиться. Точнее, не тяжело, тяжело себе что-то оставить. Надо было свет выключать. Блин. Кто первый? И лохматить очень вкусно. Что, утки есть? О, Катя. Что тебе? Я вижу, что мне надо срочно для гриля. Что? Или уже переедем. Филе качина? Да какое филе, это ляжки загляденье, ты не понимаешь. Именно конфи. Что-то французское аж напрашивается на мой американский гриль. А теперь французская, да? А одесская как, кухня, она же богатонациональная? Так и да. А что у вас тут пустует? Еще не приготовили? А, ты фарш лохматишь? Все, я понял. Ребята, хорошего дня. Мы погнали. Да. Чем вы сегодня завтра? Обязательно. Ставим колокольчики. Чем вы сегодня завтракали? Люди интересуются. Вот вижу в комментариях, да. Чем обычно завтракают люди, которые хозяева домашней дичи в Одессе? Оля, что ты приготовила сегодня? Мы еще не... Они еще не завтракали. А, печеночку тоже готовили? Да ты что? В гранатовом соусе. Ой, мама дорогая. Не, я на соус не напрашиваюсь, но у меня такой есть. С наршерапчиком, да? Да.
Блин, не... Катя, а дай, ты где есть? Все равно дай. Ты что, нашла? Да. А что, это чаевые? Не знаю. Катюня, вам чаевые передали? Да, ну, ради бога. Да пригодятся. Это ты нашла их? Нашла, да. А кто-то потерял 200 гривен. Слушай, хорошо, ну, скажи, а тут только что женщина стояла, ты ее видел на видео? Женщина, смотрите наше видео, отзовитесь, 200 гривен из шоу пацанов. Не, по-моему, не у нее. Она подходила, они уже лежали. А, уже лежали? Крылышки, ну, да. Катя, короче, там я понял, чем хорош фильмоскоп. Мы же со стороны видно, лежат они или не лежат. Короче. Так что за соус спасибо. Давай, чао, какао, да. Добро, а ребята. Может, что это за бедро? Ты посмотри. А представляете, если больше, чем один придет? Это филе, Саня. Ой-ой-ой. Да я понял, что не курица. Вот это вы их кормите. Заведешь себе индюка? Да я знаю, где уже... Где взять? Оно мне надо. Он же сделает так. А, индюшка не делает? А еще индюки делают так. Теперь я все знаю, ты поняла? Индюшка до 18, индюки до 45. Ох, вот это, блин. Ничего себе разница. 45 килограмм индюк. Шо? Поросята некоторые завидуют, годовалые. А я же тебе рассказывал, у меня был Борька. Год я его кормил. Шо велосипед? Вот такой длинный, короче, запаренный был, не рос. Так вот тот индюк, что мадам говорит. Так оставил бы себе, как домашнее животное. Так я его и оставил. Убежал потом. Как? Может, украли? Через забор прыгнул. Серьезно? Я вообще не знаю, может, это не свинья, может, это борзая какая-то была. Это раньше, у меня же бабушка работала. Ты что, главным бухгалтером в совхозе, да. И выдавали развод паи. Там. Живым поросенком? Ну, и поросят тоже давали, да. Давали там корм, комбикорм. Не хочет. Бежи, шукай. Да. Бежи, шукай, говорит. Идем с нами, я знаю, где колбаса продается. У пацанов. Короче, выдавали паи, там корм, комбикорм, зерно, томатная паста, помидоры, мед, короче, все. Сахар, рафинад вот в таких больших квадратиках. Дают тебе поросенка и сразу же этим кормом его и кормишь. То ли корм был не очень, то ли поросенок. Я думаю, что поросенок. Интересный подход, слушай. И поросенка, и корм для поросенка. Слышишь, ты посмотри. Что? Вот у них все есть, а у них никого нет. Ну, бывает подожди, такое? Сейчас только подойдем и сразу да. Соберутся. Так что, сделаем людям приятно или неприятно? Ну, поздороваемся так точно. Ага. Ты сразу говори, нам ничего не надо, мы пришли здрасте сказать. Ну так просто тогда, ну что это, блин. А, Катюша, Катюша, скажи мне, к моему этому детскому банкету ничего не надо? А? Может, кусочек сальца? Давай хотя бы один вот тот, пожалуй, я тебя умоляю, ну слышь. Потому что то, что я приготовил. У тебя что, сала нету? Руслан, здорово. Слышь, а вы где взяли этот перчик-колокольчик, а? У тети Люды? Или сам выращиваешь? Ребята, здоровенькие были, бог помощь. Ох, ты что, чуть весы тебе не сбил, Серега. Здравствуйте. Андрюха. Хорошо, скажи, что нам надо? Может, зельца кусочек? Сереженька, что считаешь нужным, то и возьми. Деньги есть? Немножко. Тогда хорошо. Да не, на карандаш не надо. Руслан, дай что-нибудь вкусненькое. Вот кусочек такого сала этого вареного. Ну и зельца кусочек. И ну его в баню. Что у вас там сегодня за тема? Это завтра у него намечается. Завтра тема. Мы завтра почти переезжаем. Это такое себе полуновоселье, репетиция. Ну, с одного места в другое. Сразу видно, что вы наше видео не смотрите. Не-не-не-не, рестик на месте, трусы висят, никуда не делись. Все нормально, да. Куда эти трусы поедут? Кому они еще в Одессе, кроме меня, надо, елки-палки? И оператора. Да. Не, туда на дом будем потихонечку перекатываться. Даст Бог, там котов уже перевезем. Марат сказал, меня обязательно возьмите. Ой, возьми-ка маме кусочек тоже зельца и кусочек кровяной колбасы. Слушай, ну и обязательно кусочек вот той какой-то там, не знаю, филейной, вот той великолепной колбасни. Это тоже из детства. Короче, сегодня реквием... Да, нормально. По моей молодости, да. Точнее, даже не молодости, по глубочайшему... Что? Вот эту проверю. Ну давай. Еще то я готов у тебя здесь все проверять. Давай. Пока не дойдем до молодого. Это не тебе. А, это мне. Больше не надо. Я согласен. Да ты что? Хотя бы два. Нереально сочная вкусная колбасня. Ёшкин ты кот. Дашь ей, нет? Заслужила она на колбасу? Дай я проверю, какая больше. Слышь, а что ей больше? Она мать кормящая. Мать за тебя. Ещё.
Ты сможешь выбрать? Давай две возьмем. Вот какая лучше? Ну так нельзя делать. Ну что ты мне ставишь в неудобное положение, елки? Она бери мне вторую, надо, блин. Давай вторую. Аж мы до Бетцела зачесались, блин. Да, небольшой такой. От сомнения. Да. Мы до Бетцела от грязи чешутся, Сережа. Я ж тебе говорю, мы переезжаем. Подожди, скоро помоюсь. А мы вообще-то хотели просто подойти с вами поздороваться. Ну, это же невозможно. Говори, сколько она тебе должна. Подожди, нет, я возьму детям. Кончится. Дай, пожалуйста, 5 сарделечек. А с сыром или без? Без. А ты что ты же еще хотел? Ты колбаску Я хотел тоже быть ребенком и тоже иногда на сардельку попасть. Тебе нельзя. Так а что случилось? Ты худеешь. Да я худею от твоей диеты уже. Ты колбаску себе взял. А, это? Да. А, зельца ты хотел кусочек брать? Ну или? Да. Смотрите, только зельца есть чисто языковый, а есть мясо с языком чуть поострее. Вкусный, тоже да? Ты сказал. Да. Почему мясо куры с языком. Копченые? Почем куры копченые интересуются? 200 гривен килограмм. Ага. 200 гривен. Вот до кури. Смотри, у них тоже банановые коробки. У нас тоже дома кстати. Теперь банановые коробки. А вы что, тоже переезжаете? Ну, нам для вещей надо туда-сюда носить. Да? Да. Там в Африке не знали, что банан, кроме бананов, что там еще носить. А мы туда все носим. Это самая универсальная тара. Все, мне не давай, я и поверю. Хотя чего нет, давай. Слушай, знал бы, горчицу на карман бы кинул. Что за этот, елки-палки? Ходю и ходю. Горчичка у нас есть. Вот то все отдавай. Не, чем тебе все? Разрежь маленький кусочек. Ты разрезай на два и в разные кулечки. Не, ну главное, чтобы мы все забрали. То, что в разные кулечки меня это устраивает. Ну, я мужик, у тебя скажи. Угу. А что, кто-то сомневался? Все? Хотя в душе моей теперь живет мечта. Не-не, а мы маме заведем. Сразу в рот. Пусть кушает. Вот я мальчишечка. Все? Бандит его. Или что-то еще мы просили? Да хватит уже, я тут сейчас в обморок упаду. Молодого не надо. Не-не, на другой раз. Даю. Давай. Это немножко лучше даже, чем я себе это представлял. Так, опача. Бажня. А, ежешь наршрап, а? Потом помажем. Что, идем быстренько. Тихо, друзья, не ругаться. Они там обнимаются. Отелло. Не, они целуются. Ты посмотри. Втроем, ты понял? Не завидую. Две сестрички. И один мальчик, Катюша, да? Давай, держи двери. Двери держи. Держу. Проходите. Двери держи. Здрасте. Здравствуйте. Занимай очередь. Ты шо? Марат, кажется, забрали твою брынзу. Посмотри. Ё-моё, доигрался. Ну так меньше рассказывать надо про неё. Да, наоборот, я еще больше буду рассказывать. Потому что на самом деле бесподобная. Ну, мы сегодня вовремя пришли, наверное. Катюня, сними, как... Что происходит на базаре, ты видишь? Многие думают, что ничего, а на самом деле здесь таки жизнь. А, в магазине такого никогда в жизни не увидишь. Суета, работа, вкусняшки, какие хочешь. Это хвосты? Хвосты, да, здрасте, здрасте. А что, оператор забыла, почем хвосты сегодня в Одессе? Так ты шо, весь поднос, эх ты. Короче, а вот это в подарок? Ой, Катюня, волосатый, как ты любишь. Шо, да, может опять афганский казан? Сережа, угомонись. Я просто сегодня не позавтракал, поэтому сейчас могу потратить все ее деньги. Марат, у брынзу возьмешь, да? Вот эту молодую, конечно же. Я посчитала 70, 120, да. Обязательно возьмем? 120. Маме творожок. Забирайте. Марату. А забирайте. Что? 210 подвела, держите, да, ничего не мешает. Может, брынзу возьмем завтра все вместе сидим с Маратом? Или и Марату, и все вместе? А? Сереж, как скажешь. А чтобы она только была. 50 еще, 80 гривен. Все, спасибо. Вот как все по-честному. Здрасте. Да, здрасте.
А что, уже купили перед нами или еще осталась там молодая брынза? Елки ты, там он еще кусочек лежит. Да, вот, все, что он есть. Да ты что? Четыре кусочка было. А, всего лишь, и мы на четвертую успели? Шикардос. Кать, что? Ну, я не знаю. Понравилась вам эта брынза? Очень, очень вкусная, да. Давайте ее. Хорошо. Еще раз и все. И до весны. И все? А, тем более забираем. И творожок этот есть, да? Есть. Нам сегодня надо будет сколько творожка? 2 по 0,5 кило? 10 так? Ну, не, я не знаю. Сейчас отрежем. Сейчас по килограмму, наверное. Ага. О, а те, кто успел, реально понимают. Я Марата удивил. Да? Даю ему в рот, он говорит: Серега, не высовывай, давай еще. Очень вкусно. Молоденькая. Ну, все уже. Отгуляла. Там у нас люди в комментариях интересуются, может ли ваш номер телефона, может кому-то творожок надо. И, да, а ну диктуйте по памяти, помните? Да, 097. А я дублирую, 097. 48. 48. 204. 204. 06. 06. Как зовут? Людмила. Людмила. А все нормальные на базаре? Людмилы. А что, это масло жареное или что это? Нет, это не жареное, это сырая семечка. Все, я понял. Да. Так, и творожок. Ну, Марат Джан, вот тебе повезло, ты что, сейчас. Все, как это, брынзоеды тебе завидуют. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, мы так маме постоянно берем, что наша мама уже на базар не ходит, а оно же ее любимое дело. Было. Ничего. Пока зятя не заимела. Можно половину и наполовину, да? А, да, да, вот, вот. Этот. Угу. Ты шо, сколько любви в этих изгибах? Ой, 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 шедевр. Так, ну Марату тоже надо взять. Так я думал, это Марату. Ну, и ладно, маме короче, надо. И вот эту тоже половинку. Все, и будет нормально. А нам картошка в мундирах. Посмотри на эту красоту. Ой, ухи мои, ухи, за что же вы, братухи, их тянете так сильно, что не вмочь. Ведь я ж почти сиротка, не брал я денег в водках. И вас прошу хоть хлебом мне помочь. Да-да-да-да. Что ты делаешь? Брынзу пробую. Вот эту коровью? Эту коровью, какая вкусная. А почем, почем такая? 180. Очень понятное вкусная. Дело. Такая вкусная. Сережа, вот это да. Ну это мы еще поспорим, я тоже попробую. Просто вот это вот овечье, вот это да. Хотя тут, что не возьми, то шедевр. Кать, сотри немного, у нас там емкость небольшая. А все, можем вот, домой идти. Как это, подожди, я капусточку, да, ради такое? Чего? 665. Спасибо огромное. А вам до свидания. Спасибо огромное. Спасибо. От всей души. Катюша, так выкатываемся, да? Как? Ну, так. А ты хочешь там мясо? Взять, да? Шо-шо? Ты тут возьмешь капусточку? Ты или тихо говоришь, или скажи громче. Ты тут возьмешь капусту? Я думала, что в тот край идти нужно. Капуста вот здесь, вот и весь ассортимент. А, ну как скажешь, хорошо. Ты что, ходишь, просто снимаешь, не запоминаешь, знаешь ничего? Мы в прошлый раз брали огурцы с того края. Не надо делать. А так мы вернемся, делать. Мы вернемся туда. Грибы там же брали. Хорошо, ну тюлька, селедка здесь. Здрасте. Здравствуйте, товарищи. Женя, салют, не отвлекай его, пусть работает. Иди, открывай мне двери. Катюша, сам за собой поухаживаю. Что-то ты сегодня какая-то, походу, не у меня, а у тебя поясница болит. Так, о, тихо. Масло тебе домашнее нужно? Жареное. Или там, на базарчике возьмем? Там же, где и... Мы вот туда пойдем, ага. И возьмем. Хорошо. И там же возьмем огурчики. То есть сейчас идем только за селедочкой. Хорошо, ну ты что, капусту здесь а не хочешь взять? Я хочу вот там взять. Капусту. Огурчики возьмешь там. Хорошо. Как скажешь. Грибочки давай. Возьмешь. Что, ты пока этот ждала, уже очередь заняли. Идем за селедкой. Ты не забывай, что мы еще и цены снимаем. Людям многим интересно.
Почем в Одессе кабачок по 80, череп подорожал 150, или может был такой, а перец какой красивейший, заморский по-любому. Лук 20, буряк 20. Вот детям яблочки мне надо взять. Ох ты, что белоснежный товар, ты посмотри, как отсюда капуста выглядит, а? Эй, полюбуйся, здоровенькие были. Ты что, чем ты ее полируешь, эту колги там, капуста, прямо аж оттуда глаза слепит. Специально. Ага. Сереж, я сюда вот. Чего это вдруг? А мне надо яблочки. А? Что там делает, что-то покупает? Столько всего. Потом еще один вариант должен быть. Это крайне жестко. Хорошо. Нормально? Что, подержать? Крайне давайте жестко. Я подержу. Кать, ты что, будешь руками выбирать или сыпанешь? Я возьму немного. Мне много не нужно, Сереж. Можно в один? Да, конечно. Такое ощущение, что ты жениха выбираешь. Если бы я жениха выбирала, я бы перетрогала его со всех сторон. Все, Сергей. Ага. Только Семиренко у нас кроме Сочи. А, они все в одну цену. Сочные и твердые. Сколько? 55. Договорились. Ой, слышишь, ты что моими сдачами садишь, елки-палки? Возьмите вот так вот. Ага. Поискать вам помельче? Да, найдем. Здрасте. Все, а я вам сразу вот так вот. Бабах-трах-бах, и готово. Все, спасибо. Сдача на базе. И на селедку осталось. Пошли. Я понял. Что? Идем. Мы все равно в ту сторону пойдем. Правильно? Зайдем до Гриши. Ты король картошки. Так он расскажет, покажет и даст попробовать. Какая лучше. А вот еще киви они просили. Что? Киви еще просили дети. Ого. Есть киви. Так возьмем, просили. Дайте мне штучки 4. Не, эти сильно мягкие. Так это сильно только сильно мягкие не сильно нужно. Сильно мягкие это очень вкусные. Они, по-моему, все мягкие. Ох, а мандарины. Катя, а что тебе с ними спать, елки-палки? Надо нет, кушать. Нет, нет, спасибо. Чего ты? Не надо, ну сильно мягкая, Сереж. Как, так это вкусное. Дайте я возьму, ну его в баню. Кидайте мне 5 штучек. Да зачем? Я съем. Тем более у меня деньги есть. Но они мягкие будут тебе. На зубах вот так вот. А это вкусненькие. Все, спасибо вам огромное за ваши благородные киви. О. Киви мягкая. Ты что? Твердая. Да, мягкая. С зубами проблема, елки-палки. Ой-ой-ой. Слышишь, что это, алоэ или агава, а? Думаю, что алоэ. Размер. А перец какой висит? Перец висит, уже звучит. Идем, узнаем, что там. Рыба свежая, соленая. Так, определились с меню, да? О, шухер. Меняемся. Спасибо большое. Петюль. Опа, смотри. Ты же мне только что звонил. Где мне оставить? Не кричи, ты своим голосом всегда. Всегда мне ребенка будешь. Наташа, салют. Здрасте. Саня. А я сегодня здорово. В гости иду. Ты тоже? Да. Ну, я тоже вместе сходим. Карася давай. Кушать? Нет, карася будем кушать 19-го. Воскресенье. Я согласен. За любой. Я без бабок. Я со своей рыбой ем. Все, договорились, считай, елки-палки. Только не забудь что-то подороже взять. Чтобы мы жарили по полной программе. Ой-ой-ой. И что, скажи мне, это что, в одну цену все выкинули, всю кучу? Сегодня? Да. Акция? По хорошо. Чем? А почем для людей? Толстолобик, карпуша, почем? 80. Зеркальный идет 150. Да ты что? 80, такой вот по 120. И такой вот по 120. Шикардос. Я ж не хочу. Ага. Что еще? А нам это сегодня, знаешь, что?
Вот там вот. Тулечка, селедочка. А мы, я тебе сейчас объясню, сварим картошку в мундирах. Поняла? А дальше уже говорить не буду. Капусточка соленая, ой. А с тобой мы 19-го, все будет нормально. Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте. И что, Катюша, выбирай. О, вот. Да тихо, ты не кидайся, спокойно. Шо? Вот. Это не вот, это мать, а сколько штук? Я у тебя спрашиваю. Три штучки маме. А ты говори, сколько тебе нужно. Что ты взрослый? И нам три. Нам три мало. Чего? Ты возьмем еще такую селедочку. А, ты что, хочешь одним матиасом уработаться? Взять? Это вкусно. Килечки возьмем. А, ну тогда хорошо. Давай чуть веселее, не тошни, елки-палки. Или как-то, вот мы суп какой говорили. Будешь хамить, сейчас быстро выключу вот этот фильмоскоп твой. И на этом все закончится. Миланька, ты заняла очередь? Проснулась. Зашли. Почувствовала аромат рыбы. И как давай плакать? Подумала, что мы ее не купим. Да возьмем. Тут тебе и уценка, смотри, хребты и семги есть. Хек, корюшка. Миланька, скажи, а я карася люблю, да? Сегодня ты моя папина. Кого? И это тоже? А руки так к красному тянутся, ты бач? Она, кстати, кушает эту красную рыбу. А что она не кушает? Ну, кашу, да, так она все есть. Что, мы на чем закончили? Две по три, да? Все, и вот килечки нам, пожалуйста, такой. Да, грамм полкило прямо аж кидайте. И что, и хватит? А ты сказал, так, что тебе нужна еще середка? И таких тоже парочку. Угу. Не дунаечка, конечно, но... Согласен. Но есть можно. Да, 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 да. Пару штучек с хорошей спиной такие. И не ты, случайно? Так вы фартук оставьте, да, потом передадите. О, почем фартуки сегодня? 309. Да ты что? Да, и таких две. Катюнь, а маме фартук не надо? Нет. Какой-то хороший за 300 гривен. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, вот это вообще класс, шикардос. Все, хватит, а то нам картошки не хватит под такое дело. Даю. Даю. Так давай, что ты со мной советуешься. Катюшка, на базар невозможно ходить. Красота, да? Хотеть винограда хочется. Обалдеть. Не, мне кажется, тут что не видишь, то все хочется. Вот мне бананы надо Миланьке взять. Ну так надо, возьми. Здравствуйте. Что, бананы? Бананы. О, надо. Долли, это лучшие, правда говорят? Возьми вот эти. Я вот эти возьму. А киви у тебя тоже мягкие или твердые? Есть такие, такие. Вот возьми себе, Катюня, какой тебе надо. Видишь, вот то волосатое, твердое, да, как ты любишь. И огурец тебе еще на сдачу еще возьми. Ну такие, да. Не мягкие, главное. А, они все равно станут мягкие рано или поздно. Да, ну... Просто если успеют. Ой, мандарин давай я возьму детям. Это сладкий, да? Без косточек? Да, это хороший. Ты же мне сказала, что у тебя денег чуть-чуть. Ребенок болеет, надо порадовать его чем-то. Витаминчиками. Тогда лимон купи, пусть грызет. Лимон, кстати... Помоги, пожалуйста. Давай, сейчас. О, вот так вот. Потому что надо держать же пупсика. А ривьера нормальная на мундир варить? Очень быстро разваривается. Очень вкусно. Если очень вкусно? Она разлетит. Не прозевайте, она так будет вкусная. Просто... Все, договорились, килограммчика три. А тебе еще масло было нужно? Красивенько. Домашнее. О, и масло жареное прям пахнючее? Все, и бутылочку. Литровую. Слушай, так все, тогда, получается, туда не надо идти. Все-таки капусту купим здесь, где я говорил, правильно? Все. Я забираю. Всего хорошо. Такую одинаковую, бравенькую. Катя, ты посмотри, что за прелесть. Что за прелесть нас ждет? А? Как называется? Ривьера. А Марат какую наша картошку последний раз брал? А он какой-то грушевидный, не знаю. Ну, спросит, скажет. Ой, слышишь, надо еще кого-то позвать.
Так у нас и так завтра столько людей будет, что ты, что тебе хватит и не снилось. 3 килограмма. Ну, по полкило на каждого. Это 6 человек. Может быть, и не хватит. Так, морковка сюда. Лучок надо? А лук тебе не нужен, вот зеленый такой? Перо? Да. Давай, о. А капуста в какой цвет? И лучок жменьку. Цветная, есть 40, есть 30. 40-30 разные. Лучок, перо там не знаю сколько там, вот столько. Вот, шикардос, да. И масло жареное в бутылочку. Я положу вам. А, все. Успокойся уже. Very good. Успокойся. Меня тоже снимите. Эй, и тебя по-любому, конечно. Всех хороших людей, всех кадр. Перцы. А почем этот синий дорогой лук? Сегодня даром все. А, так ты что? Сегодня скидка. Тогда кидай 4 килограмма. Марин, дай пару лука, что не дотерся. Ага. Акция сегодня у нас, акция. Которые помягче 120. Да еще 2, что даешь. 6 человек, посчитай. Да, да, все, брат, хватит, ну его в баню, она каждому не справится. Каждому по луковице. Да? Сегодня даром отдаешь. Да ты что, так не можно. Дай покажи, что деньги есть. Мы же не просто так ходим. Все. Деньги у всех вот есть. Это порядок. А такие мальчики, девочки, надо искать, и все, правда? Эти сюда. Лапуля. Не, я вывезу, все нормально. Раз картошки взяли. Фирменный Xerox. Фирменный? Папа, такая копия, мама. Шлепаю и краска в картридже не заканчивается. Да. Вот холодильник, а? Так, а ты рассчитайся там. Нет, говори сколько. Любовь моя. 250. Ага. Все, брат Джан, держи. Спасибо. А, настоящий грузин, сдачи не надо. За шикарный. Эй, мадлуба, брат, правильно? И мне не надо сдачи. Спасибо. Это не мне, это еще детям. Все, спасибо, хорошего дня. Всего доброго, до свидания. Погнали. Давай я повезу. Кого? Ну, коляску. Права есть у тебя? На коляску точно есть, Сережа. Что, огурчики, капусточка и все? Ну, вот тебе капусточка. Пошли, пока там очереди нет. Пошли. Вот хочется гонять по базару, елки-палки. От угла и до угла. А не хватает времени. Давай здесь. Здрасте. Здравствуйте. Что? Мы к вам. И вот по какому делу. Елки-палки, арбузы. Ху, а какую ты будешь капусту? Можно? Да, конечно. Аккуратненько. Я именно здесь покупаю все время. А, ты что? Да. Ты что, у нас тандем, да? Да, после вас. 2 по килограмму в разные кулечки. И мы ее дозаправим жареным маслом, лучком. Ой. И огурчики? Бери огурчики. О! Катюня, на сдачи подержи, потому что мне тяжело. А бочковые есть огурчики? Да. А где попробовать? На 20 можно? Конечно. Какие проблемы? Мам. Спасибо. О. Даже пробовать не надо. Такой вкуснятый. А я вот как ты, хожу на глаз. А нет, ей надо попробовать. Значит, и что? Смотри. Вкусный? Всего доброго. Все, счастливо. Счастливо. Нема за что. Все, дня будьте вам на здоровеньке. Миланка? Это что за сникерс? Слушай, аж оливье пахнет, поняла? Угу. Сколько огурчиков? Какая полкило? Глубина? Да полкило, конечно. Полкило так, и полкило. Чисто маратику закусить. Полкило. Катюша. В разные кулечки. Проходи вот так вот. Сделай людям, как будто бы ты профессиональный оператор. Но это же невозможно. Фу. Ох, хотела не, красиво. Ты уже, а я хотела вот так вот провести, вот так вот. Я говорю, будет. Так, ты уже этот. Ну, ничего страшного, ты же на базаре, вот тебе как это. Перила, значит, перила. То тебя не допросишь, а то потом не остановишь. Ну, тебе. Какие кадры люди подкидывают? А? Фу. О, надо еще красное тут, взять. Я не знаю, тут любого человека расшевелишь на аппетит. Правильно? Все, вываливайте все. Да.
вываливайте. Можно всех посмотреть. И грамм 200 вот этой красной еще дайте, и все. Эй, грузинская выпечка, сходим, брат? Да, конечно. Миланька, как тебе? А что, не хватает ей что-нибудь грузинского, лепешки какой-то? Шотти. Картошки вареные? Завтра наварим. Я понял, что она проснулась. Ага. Что? Так ты же уже сказал. Я бы сам, короче, плакал, елки-палки, на базаре вот это проспать такое дело, представляешь? Подъехала и увезли. И что она должна? А вот эту? Капусточку я сделала. Все, 250. Шикарно. Я тебе ровно столько я дал. Видишь, как? О, какой я молодец, смотрите. Ты что, йо-хо-хо. Шикарно. Все, огромное спасибо. Будьте нам здоровенькие. Так, Катюня. Помогать тебе? Ребенка поносить? Конечно, я сам. О, очередь. Все. Валим. Ребят, спасибо. До свидания. Ты видишь, было... как мы успели? Не было же никого. Я тебе говорил, что... Да. Миланя. Да, да, да. Как раз у меня до 22 занятия. Здравствуйте, утро доброе. Здравствуйте. Бог помощь. Да ты что? И что, дайте нам, пожалуйста, одну, лучше две. Не, лучше одну, да? Завтра еще одну. Шотти. Да, ты что от вас пахнет? Ай-яй-яй-яй-яй. Привет. Давай я возьму еще лавашек. Возьми лавашек, конечно. Еще бери. Лавашек тебе и еще одну шотти, другой пакетик. Ох, как она захрустела. Ой, я далеко не прячусь одну, потому что сейчас я... Это вообще именно шикардос. Какая она великолепна. А ты отломи сразу кусочек один. Я сейчас в ручку дам под огурец, а остальное можем засунуть. Давай, хочешь я, давай, да. Да. Миланька, оп. Сижу на нарах, как я король на именинах. Спасибо огромное, от вас без подарков не зайдешь. Эй, мадлуба, спасибо. Лавашек ты взял? Давай, а это что-то теплое, что вы мне такое дали? Обалденское. Ты шо? Сосиска в тесте. Миланька, поделимся с тобой. Папа тоже это любит. О. Ага. Хозяюшка, кушай, что есть. Давай, Катюня, гроши. А это да что? Ты что, только из печки? Что это? Я не знаю, что это. С зеленью пирожки. Давайте один нам тоже такой. Все, нормально. Не смог устоять. Вообще не могу, обалдеть. Ты шо? Кать, давай бегом здесь очередь тоже. Давай, я уже приготовила деньги. Ты что, она уже огурец уже уработала. Все, спасибо, давай в руку я подержу. Так, считай. Не, не, нормально. Все, сюда. Ах ты, горячая радость. Держите. Угу. Ой, ухи мои, ухи. За что же, спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Что, Сережка? Такие все-таки помогать тебе? Да? Я повезу колясочку. Ты что, замечательные люди, удивительные. Всегда. Я еще помню, еще с Тимуркой. Мы вот такой Тимурка был маленький. Самый первый мой сын. И мы здесь это покупали. Все, до свиданечка, счастливо. Эх ты, я хочу, чтобы дети смеялись. Огурцы в руке у них были всегда. Чтоб друг другу вы все пожелали. Эх ты, вот таких детей, что в руке несу я. Что, на выход? Угу. Серьезно? Поехали. Ты посмотри на нашу тачку. Говорим, Миланя надо было что-то брать четырехколесное. Вкусно. Дай папе. Папе огурчик, да? Не надо, короче, друзья, кицы, души, со своим настроением для вас сегодня. Вошел и вышел в базар, детский липон. Всем пока-пока. Чао. Катенька, со стревога помогай, елки-палки. Слышу, давай, тачка не трясла. Я повезу, картошку набрали. Ты смотри мне... Хочешь, это тоже поставь. Вот сюда повесь. Катя, иди спокойно, я нормальный парень. Я за другое. Ты мне пролохмать меню сейчас. Мы все не забыли купить. Если что, Марат на привозе докупит завтра. Да? Да. Хотя все, что я планировал, ты что, еще снимаешь до сих пор? Ёшкин такой. Все, что планировал, все купили. Картошка есть вкуснейшая, ривьера. Первый раз буду пробовать сегодня. Что, огурчики есть, капусточка есть, масло жареное есть, лучок зеленый заправим. Даже колбаса в ней очередная. Селедочка. Нет. Колбаса-то шедевр, но вот этот зельц, ребята, а он на самом деле такой до сих пор себе пикантный, с перчинкой. Короче, будем Марата удивлять. Милане уже удивили. Хлеб, огурец, а что еще для счастья надо? Кать, так хорош снимать уже, ты что, елки-моталки? Вы такие красивые просто. Ну, успокойся. А? Ну, снимай на долгую память. Эх ты. Давай. Давай, какие планы у нас сейчас? На стройку едем, Сережа. Ага.
Везем. Так что, друзьяки. Пока-пока. Спасибо огромное за то, что вы с нами. Вот так вот ходите по базару, получаете. Кто аппетит, кто хорошее настроение. И нам таки все в радость. Спасибо, любим вас.